не зависит от возраста. Но я так и сказала. Бывают парни 15-16 лет умнее 30-летних. Поэтому здесь нет возраста, а чьи девушки тупые не бывают. Вы что на меня наезжаете все? Привет. Я со стороны були мачу. Я так и знала, что это мой хейтер. Факт. У меня знакомый 19, иногда забываю, что ей сегодня такие умные вещи говорит. Ну, бывают такие, да. У меня дела хорошо. Встретимся завтра. Ты завтра встречаешься со своей подружкой, так что нет. Если скажу, что я сдержу обещание, ничего сонявший. Ладно, пойду все равно далеко. Есть нечто поговорить. Ты меня никогда не зовешь. Ты чисто, когда на эфир заходишь, такая вспоминаешь, о, Ася есть, надо ее гулять позвать. Чисто по делу. Клянусь, меня все по делу все так зовут. Завтра встретимся. Йох. Не надо мне быть хорошо, здоровой, такая красивая. Спасибо. Мы еще в выходных с Ваненко так сходим. Ладно, иди в красивую кофейню. Я со стороны. А как, прикинь, у нее спросила, типа, скажи, где красивые кофейни, да, есть? А мне даже не скинула. Всем привет, спасибо за подарочек. Если получится, у меня сейчас планы не меняются. Это так. Летом мы собирались на пикник. На пикник мы так и не собрались. Это очень красиво, спасибо. А на каток, значит, мы так и не сходим. Я Джафаров, а твоя фамилия? Зачем вам моя фамилия? Ты улыбаешь так очаровательно. Всем привет. Из ряда посмотрим. Мы летом раз 40 пытались видеться, а по итогу видели 2-3. Часы. А Каня пишет такое. Мы с тобой часа на пробежке вместе ходили. Я в личку никому не отвечаю. Даже если мне говорят, я тебе миллион отправлю. А, нет, тогда бы ответил, но все равно не отвечаю. Ты скажи, что твой брат не так думает. Но они же не знают. АК, мой модератор, мой брат. Ислам меня уже задрал с этим катоком просто каждый день. Ася, когда пойдем на каток? Ася, когда пойдем на каток? Ася, когда на каток? Вы будете меня, походу, с двух сторон держать, потому что я вообще катать не умею. Родной брат. Да, он написал мне. Троюродный. С кошачьей линии. Ой, по кошачьей линии, а не с... 62 человека сидит. Акашка, пожалуйста, от этих армяшек блокируй, да. Вырубай тоже сразу. Заглушить делай, чтобы их комментарий считал.
Причем сидит 55 человек, уже 52, и никто ничего не пишет. Алейкум салам. Спать пора уже. У меня выходной, могу позволить себе посидеть. Почему все заходят и отправляют меня спать? Ой, спасибо за конячки. Акашка, я, короче, сказала, типа, за короны, кто отправляет мне корону, на этого человека я подписываюсь. И, короче, 5 человек отправили корону, и я на них подписалась. Ты мне корону зажала, да? Нет, у меня тем более осталось 400 монет, и все. Я же все деньги сняла. Я азербайджанка. Отпишусь потом. Как день прошел? Никак, у меня выходной, я дома сижу целыми днями. Ой, спасибо за подарочки. Почему ночью столько людей сидит? Мало. 39 всего лишь. Город Астана. А могли бы встретиться? Нет, я болею сегодня, вообще не могу. Если завтра получится, встретимся. Ну, ты же со своей подружкой идешь, конечно. Ислам, тут Ака тебя зовет. Кто здравствует? Спасибо. Вот тут зовет. Так тупую твою руку видно. Покажись. Она не хочет. Сейчас упадет. Все. Хотите вам обзорку? На косметику сделаю. Да, хотим. Я в прошлый раз делала. Что-то начала, и потом как-то забила. Я хочу. Нет, Мерсес. Не знаю. А где Щитора подруга? Щитора подруга дома. А на что вам обзор сделать, я даже не знаю. У меня, в принципе, немного косметики. Моя лучшая подружка открыла этот... Или на уход. Открыла этот... магазин косметики. Чисто оригинальный. И, короче, я могу покупать по своей цене. Эстелла Лодер, который стоит 30к, можно купить за 15. Можно в Астане жить. Я там была один раз, а в Алмате на 100 раз лучше. Нет, в Астане лучше. Тональник. Я тональником не пользуюсь. Девушка, захотите? Поедешь на открытие? Мама мне сказала, едь с Эстеллой на один день в Караганду на открытие. Я говорю, что мне делать нечего, что я болею. С Караганды, подруга? Да, с Караганды. Чем мерзнешь тогда? Ну, я не про погоду именно, а про сам город. А когда у нее завтра в 11 часов открытие. И она мне такая, она приедет на мой день рождения, и она такая, давай, выбирай косметику, которую хочешь, я тебе привезу. Потом в конце такая, человек мне вытаскивает, такое... Ну, это примерно, да.